Теперь перейдем к реализации алгоритма двоичного поиска. Этот алгоритм является широко распространенным и часто используемым, поэтому нет ничего удивительного, что он реализован в стандартной библиотеке языка C++. Есть множество функций, которые в той или иной степени его реализуют. Например, std binary search возвращает, есть ли в заданном отсортированном диапазоне искомый элемент. Нам эта функция не подойдет, так как она возвращает лишь факт наличия или отсутствия элемента, а нам нужен его индекс. Вместо этой функции мы воспользуемся функцией std lowbound, которая возвращает итератор на наименьший элемент не меньше данного. Мы заменяем вызов find на вызов lowbound. И так как lowbound, в отличие от find, может вернуть итератор не только на исходное число, но и на некоторое число большее, чем переданное, надо еще проверить, что звездочка it совпадает с number. Если это не так, то исходного элемента в массиве нет. В противном случае мы нашли именно его. Компилируем. Запускаем на каком-нибудь простом тесте. Видим, что программа выдала правильный ответ.